Всем привет! Вы на канале Time Show Business. Полиция рассматривает старшую сестру Меган Маркл как угрозу для королевской семьи. Подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми в курсе свежих новостей шоу-бизнеса, а также из жизни знаменитых людей. Сводная сестра супруги Меган Маркл Саманта, по данным прессы, оказалась в списке лиц, находящихся на особом учете полиции. Правоохранители считают, что 53-летняя родственница супруги принца Гарри может нанести серьезный репутационный урон королевской семье Великобритании. Женщина выступила с критикой Меган Маркл, когда стало известно о ее свадьбе с принцем Гарри. В октябре Саманта заявилась в Кенсингтонский дворец, вероятно, чтобы пообщаться с сестрой, а в канун Рождества она прислала Меган поздравительную открытку, настаивая на том, что таким образом пыталась с ней примириться. Отмечу, что Саманта ранее не раз заявляла, что Меган следует помириться с ее отцом. Супруга принца Гарри перестала общаться со своим родителем после того, как тот начал делать резкие заявления на ее счет в прессе. Летом 2018 года Томас Маркл заявил о том, что его дочь несчастна в королевской семье. Также мужчина был недоволен тем, как Меган одевается. В своем рождественском послании к сестре Саманта Маркл напомнила, что отец Меган не может с ней связаться. Она подчеркнула, что Рождество – это то время, когда семья должна собираться вместе. Женщина призвала младшую сестру порадовать отца и скрасить его последние дни, так как скоро станет поздно. Добавлю, что сама Саманта Маркл страдает рассеянным склерозом. Если вам понравилась новость, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш канал, комментируйте, нам всегда приятна обратная связь наших подписчиков. С вами был канал Time Show Business. Всем пока!